Привет, поставь лайк, ты краш, вы на моем, на нашем канале, поставь лайк и еще раз подпишись. Ты должен сегодня этот ролик досмотреть просто до конца, никуда не пролистывай и ничего не делай. Сегодня я расскажу, как же жить. Смотрите, у нас сегодня выходной, типа мы еще не учились, вообще не учились, если я только кушала Юрьевичу, на художку сходила, вот. Сейчас вам покажу, как мой уже день проходит. Сначала, конечно же, я переодеваюсь. Ладно, переодеваться я не буду. Вот сейчас вам покажу, как я выгляжу. Ну, майку посмотрела. Вот. Вот такая я вот красотка. Сейчас я надеваю тапочки. Такие милашки тапочки. Сейчас мы их на них наденем. И погнали. Опа. Опа, наверное. Так, дальше пойдемте. Нет, так. Мы уже краситься не будем. А вот ногти сделаем. Ну, не такими, знаете, в школу. Прям с яркими ногтями. Ой, Люсина опять спрашивает. Куда же? Ты собралась вот с такими синими ногтями. Уже спасла синими ногтями. Она у меня два раза. Заколебала, почему у тебя синие ногти? Я такая, а что, у меня цепочки дома не дождалось. Ладно, в общем. Сейчас я причешу свои длинные волосы. Но они не расчесаны со вчерашнего дня. Потому что я вчера помыла. Сейчас я расплету свои волосики. О май гад. Надеюсь, мне никто не позвонит. Ну, в общем, смотрите, какие у меня были длинные. Чтобы вы понимали, сейчас я вас поставлю. Сейчас я вас вот сюда поставлю. Вот, посмотрите, какие у меня длинные. Я думаю, вы будете длинные, так что ставлю вас сюда. Ну, окей, так, я сейчас просто расчешу волосы. Ты пахнешь мне, футболочка помятая. После расчесания волос, конечно, сейчас я заплету эту прическу. Так, дальше, наверное, пойдем возьмем кончик снежку, поднимемся. Мне кажется, что палочка. Погнали, погнали. Смотрите, какие нам татушки сестра подарила. Какая она красотка. О, сделаем. В следующий раз, когда вы добьете мне. Добьете мне 100 подписчиков. Он даже говорит, ну, пожалуйста, добейте. Нам очень надо. Купить такой вкусный корм. Да, реально, ему очень вкусный корм будет, когда выпустит. Сделайте 20 подписчиков. Ой, 100, у него больше 20 подписчиков. И 77. Да, нормально. Сейчас я какой-нибудь сладость беру. Конфетку беру. Так, сейчас я подкреплюсь. Ну, теперь подкреплюсь. Идем наверх. Сейчас у меня наушники и клевую музыку прислушаю. Сейчас здесь я дайте включу.
Не включила. Ты пахнешь мятой, футболочка помятой. Ты пахнешь мятой, футболочка помятой. Ты пахнешь мятой. Ну, я послушаю музыку, потому что это скучно. В общем, нам что-то надо придумать. Очень интересно. Что мы с вами можем придумать? Что мы с вами можем придумать? Что мы с вами можем придумать? Я вот в зеркало стою. Да ну что? Ну, в общем, вот такой у нас ролик. Ставьте лайки, пожалуйста, под этим видео, кнопочка внизу, когда будет 100 подписчиков. Такое устрою вам. Просто представляете, это уже будет не дома, это будет в ТЦшке. Так что давайте ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. В общем, всем пока.